Друзья, нам стало известно о том, что этой ночью в подъезде собственного дома был найден всем известный советский и российский актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев. Его обнаружил его сосед, который вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи. Ранее сообщалось по телевидению о том, что в последнее время Евгений Леонов-Гладышев плохо себя чувствует и практически не вылазит из больницы. На данный момент он уже госпитализирован в одну из больниц города, где ему оказана медицинская помощь. Что будет дальше и как на это отреагируют его родственники, пока неизвестно. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, друзья. Надеемся, что уже завтра рано утром на нашем канале появится подробность этой всей трагедии в нашем новом выпуске. Попрошу по традиции подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы завтра утром оставаться в курсе свежих новостей на нашем канале. Будьте всегда с нами, будьте всегда рядом, друзья.